зеленая игуана, тигровый питон, обезьяны, енот, лисица. С этими и многими другими животными с 5 континентов таганрожцы могут познакомиться в передвижном зоопарке «Мир обезьян и пушистиков», который в эти дни работает на Русском поле в торговом центре «Калинка». Зоопарк ручной, а значит, некоторых его обитателей можно гладить, кормить и фотографировать. У меня в руках тигровый питон. Он обитает в юго-восточных регионах Азии. У нас представлен 3,5-метровый питон, но достигает размеров до 8 метров. То есть он еще может у вас вырасти? Да, конечно. Он у нас с малых лет. И он достаточно ручной, можно будет его потрогать, погладить. Вы не боитесь вот так вот на шее? Ну, они у нас постоянно сытые. Если они сытые, они не трогают людей. Можно спокойно гладить. Кого чаще всего из животных сегодня содержат дома? Кошки, собаки, рыбки, птички – это, так сказать, классика жанра. Этими животными сегодня детвору не удивить. Другое дело – настоящая змея или та же мартышка, с которыми можно пообщаться практически как в живой природе. В нашем зоопарке представлено более 30 кроликов, у нас 5 обезьян, есть белоухая игрунка, 3 попугая. Попугай Жако и 2 ары у нас есть. У нас 2 тигровых питона, 2 шиншиллы, лисичка есть у нас, фазан. У нас есть игуана зеленая, которую можно тоже погладить. Данный кролик любитель всех наших посетителей. Всем нравится его окрас, потому что он добрый. Его можно подержать, погладить, сфотографироваться. Помимо него у нас еще много кроликов, с кем можно сфотографироваться. Около 50 животных приехало в наш город в составе ручного зоопарка. Менеджеры этого своеобразного живого уголка с радостью встречают посетителей и знакомят даже самых маленьких таганрожцев с живой природой. Посещение подобных зоопарков развивает в детях доброту к братьям нашим меньшим. У него интеллект 5-летнего ребенка. Они запоминают более 4000 слов. Что тебе понравилось уже больше всего? Змей. Почему? Они интересные. Передвижной зоопарк «Мир обезьян и пушистиков» будет интересен не только детям, но и взрослым. Поспешите, он работает в торговом центре «Калинка», улица Сергея Шила, 206, цокольный этаж, ежедневно с 10 до 19 часов.